Любителям вкусно и быстро покушать, привет! С вами, как всегда, канал Все, и я Серж. Приготовим сегодня картофельные чесночки с сосисечными червячками. Для этого нам нужно будет картошка, сосиски, молоко, мука, чеснок, соль, перец, подсолнечное масло. Все. Нам нужно будет мука для кляра, ложка соли, ложка сахара, соль, перец, чесночок. Так, чесночок нужно почистить. Вот столько чесночков будет достаточно. Нужно их прям мелко-мелко нарубить, нарезать. И сюда в кляр. Два яичка. О, ну без скорлупы. Перемешиваем. Добавляем молочка. Вкусный кляр получается. Можно его кушать просто так. Так, кляр у нас готов, ставим его в сторону, он там отдыхает. Нам нужно взять картоху и нарезать тонко. Тонко, как примерно на картошку фри. Вот такие должны получиться палочки. Вот так вот. Нарезали для первой партии. Теперь нам нужна сосиска, из которой мы будем делать червячков. Сосиску также разрезаем. Только на 4 части. И вторую. Вот у нас получились такие сосисочки. Сосиски порезали, берем все и на сковородку. Пока у нас сосиски превращаются в червячков, у нас нагрелось масло, берем кляр. Так, проверяем нагретость масла. Вот, масло у нас нагрелось. Делаем следующее действие. Вот так вот в руку берем по 5, можно по 6 картофелин, брусочков картошки. Макаем в кляр. Масло. Опять в кляр.
опять в масло. И еще в кляп и в масло. И отпускаем. Берем следующие ломтики картофельные. И продолжаем. Но чтобы они вместе только были. В кляр, в масло. В кляр, в масло. И наблюдаем за готовностью. Кляр в масло. Кляр подпекся. Еще раз. И еще раз. И отпускаем. Получаются вот такие вот чесночки. Вот так вот, ребята, у нас получилось 4 чесночка. Теперь что делать? Так, следующий маневр. Берем червячка из сосиски. Окунаем в кляр и в кипящее масло. Думаю, что в кляре можно запечь все, что угодно. Получится очень вкусно. Самое главное сделать правильный вкусный кляр, чтобы он был пышным. Так, вот у нас приготовились червячучки. Блюдо очень простое. Приходят гости или готовы к вам прийти. Вы быстренько все это дело сделали. Положили чесночный соус. На канале есть, где мы готовим чесночный соус, там, чесночный майонез. Ссылочка будет внизу. Так что давайте попробуем. Получается здесь как картошечка фри, она, соответственно, хрустящая, внутри мягенькая. Отличный закусон получается, под пиво, под чай, под водку зайдет вообще в легкую. Ну, теперь попробуем червячков. Ну, сосиски они и так, в принципе, вкусные. А еще когда в кляре получается просто божественный вкус.
С вами был, как всегда, канал Все. Я Серж. До скорых встреч и приятного аппетита. Пока!